С нами-то кто попал, смотри. Тоже какой-то прим? Так, пацаны, здорово. Хуящая встреча. А, так это мы сейчас в шестером, получается. Это мы в восьмером, получается. Меня возьмут в восьмером. Так у нас мы уже на бой. Мы попали все вместе. Как раз на русские попали. Красиво, красиво. Ален Сэль, ты посидишь тогда? На маяке? Да. Сейчас смотрите, что делаем. Как обычно, перед водой идем их стопать. Я иду туда стоп, соответственно, Олимпус, ты тогда иди чекай точку. Шафлер, Аниксиана, Бусилка, помогите мне их постопать перед речкой. Максимально долго, чтобы они не дошли до Олимпуса, и он успел чекнуть точку. Соответственно, потом принимаем их на воде. Когда приняли на воде, я откачусь на маяк, а вы останетесь на воде. Сейчас все красиво сделал. Ну вот, все рассказал, теперь игроки. Да ладно, нормально. Мы сейчас уже так сыграли. Все отлично. Смотри, два рандома в полломаху стоят. Они не понимают, что происходит. Что, у нас сыны помечены? Да. И я. Ты в стрингер, да? Нет, я в красном. Все, погнали сейчас, бля, разъебемся. По характере. Так, кто стопать со мной идет на красном мерке? Олимпус, ты идешь чекать. Монка, Монка, оттяните. Это разбой. Блять, не дай. Все, на воду, на воду. Ну они сбоку обожжут. Да, на воду заходим обратно. Давайте под флаг, даем геру, по ним едем. По шаману давайте. Сбил. Давайте приступим. Так, у них этот, блядь, монах, это, сейчас под флаг притяну, притянул под флаг его, как он убежал. Давайте я на нем посижу. У них опять пришел вот шаман от него, наверное. Давай, шаман. Это монка, притяну под флаг. Покруха, БР. Там много типов. Под флагом куча типов лоу. Быстрее хелп нужен на воду, пока мы не проспали. Бля. Парду надо жить. Ладно, идите на руду. На руду идите быстрее только, все это делать надо. Халантер, не оставайся там. Ну уж не фокус ничего. Монах этот жил, блядь, до конца. Давайте те, у кого сейчас рез прошел, пойдем на воду. Две точки одновременно умер. Да.
Так, тут это наш, да. Да, купол. Супер. Мне в пятер на воде, вас что? Стан дал мозг. Блядь, что это за хилка? Что класс, ёбаный. Ну, блядь, заебись. На руде, ребят. Нет, на руде что? Вычекнет? Можем чекнуть. Пиздец, блядь, что происходит, я не пойму. Куда срез? Народ был, наверное. Блядь. Что за пиздец происходит? Ну у них тоже пати. Понятно, что у них пати, блядь. Понятно. Непонятно, если нет дома, как будем делать? Как? У вас там хил шаман, он, блядь, не сдох ни разу еще. Сам минус хил шаман. Монах лежит. Все, чекайте. Блядь, застаньте кто-нибудь. Я монаха встанет. МК на прессе. Сейчас пугнул монах. О, заебись, отлично. Поехали кто-нибудь со мной втроем камнем на воду. Там нет никого. Там один только. Через верх давайте пройдем. Остальные сидите на... Давайте вот шафли со мной и мокруха. Так, а уже все, уже нет, все нормально. Так, а что все-то развернулись, блядь? Кто руду-то остается? Вот они, у них рез, пятеро бегут на руду. Раниксяна вернись. Тут два хила мы ставим, блин. Стандал, манку. Блять. Ну что нахуй за пиздец? Да это перда, блять, полн. И вообще. Чек сбить. Алинсель, иди на руду. Нет, не иди, останься там, блядь. Я думал там сидят. Усилка не надо, а на руду убью. Рока на руду. На маяке. Блядь, ну как ты упал-то? Ну, блядь! Ай, блядь, я из боя не могу выйти. Блядь, ну зачем ты засветился там? Маяк отдали. Шаман от хила. Играйте. Маяк отдали. Блять, ребят, зачем вы на моду пришли? Надо прийти, надо было уже на майор говно. Не торчать. Пидара. Начните все вместе чекать, начните, он всем не собьет. Ему засветиться. А, это же шедерога, умеет. Все, нормально. Куда склад бонов? На воду, да.
продолжат тогда. Надо сразу фокусить этого, блядь, тотемомка, я охуел просто. Маяк мы уже взяли. Сразу тотемомка фокусим, блядь, если не убьем его, то все пизда. Ну я охуею, это что за класс-то такой, бля, он вообще убиваемый или нет? Пизда, бля. Все, минут. С хилов давайте снимем до двух этих ДК. Бусилка, резни макрук. Не-не-не, меняю уж. Бэрни макрук у обоих нас. Шаман хил, вырезаем. Шаман хил остался. Бэры будут? Да нету бэры, все уж. Да, блять, да как ему не... Блять, его БР. Да я охуею, я просто не понимаю, блять, дамага нету ни. Нас просто ауешит. На руду бить. Блять, пизда какая-то полная просто. Нельзя было маяк проебывать, его проебали. У них хилы рукастие. Так, они без хила на воде. И максимально долго на руде живите. Мы сейчас воду попробуем отобрать. Шамана, сыграйте на руде. Стан ему дал. Кто-то добей. Маяк. Блять, живи. Буду убирать. Блять, заебал меня кто-то, пойдем, блядь, кто-то. Сейчас воду возьмем. Да уже поздно, раньше надо было. Заберут. Руду сейчас буквально заберут, меня сейчас убивают и все. Не заберут руду. Заберите маяк, маяк заберите. Сейчас на воду будет амкам. Готовьтесь на воду. На воду, бежим уже. Ну что на маяке там творится? Дорога тут мешает, но сейчас увидим. Блять, у вас там вся команда сидит. Быстрее на маяк. На воду. Большой амкам сейчас будет. Быстрее! Почему вы шестером, блядь, на руде-то сидели? На маяке, объясните мне. Чекали. Я хуею, блядь. По шаману на воде. Все, минус шаман. Это монка найти не могу. Он в воде. Ага, вижу. Красавчик. Почти.
Не отходи от флага, Саша. Все, больше нельзя точек пролёбу. Давайте лок. Снова хил перебежал, хил шам. Можно меня подхилить чуть-чуть. Калантер сам падает. Ну у них это, блядь, ДК, я вообще не пойму, какие. Жесткий слишком. У них самый жесткий пристав. Все, оставайтесь на воде. На воде все оставайтесь. Две точки чек. Аленцель, мы нельзя, нам нельзя проебать сейчас маяк ни разу. Если проебем маяк, то проебем игру. Поэтому я с тобой сейчас на маяк. Остальные все сидите в воду. Фокусите сначала шама хила, он быстро слетает. Так, инкам, они, кажется, на маяк. Уйди оттуда нафиг. На маяк, да, хил побежал у них. А, тут трога еще и бежит пись. Не, с воды не убегайте, с воды не убегайте. Те, кто сейчас там сидят, сидите. Так, на маяке нормально? У них большинство на маяк ушло. А, идут инкам на воду, инкам на воду, 2 ДК. У вас там 5 человек. Ну я понимаю, да. Ронык, брат, Ронык, брат. Свет, брат, свет. Давайте Монка по-быренькому, чтобы он не улетел, чтобы он отрезался опять, сука. Не, за ним не надо идти. Стойте под флагом, не бежали. Так, маяк нормально? Да, ура. Минуту подержаться. На, 50 секунд. Блять, у нас ДК, рыцарь смерти, это такой ёбнутый даун. Он всю БГ проторчал, блять, в полупозиции. Просто всё БГ. Да, да, да. Всё, 30 секунд, 30 секунд. Так, вода инкам. Давайте, в писта сначала. 20 секунд. Вон шаман пришел, давайте в шамана, в шамана, в шамана. Монка не играем, в него бесполезно. Давайте вон в этого в рогу. Десять. А. Красивая победа. Вот наш. 340 лямп, я что-то не помню, когда столько хилил. Победа херствует. Игра какая была, да. Напряженная. Надо пурить это дело срочно. Ну против нас, кстати, тоже две пати вышло, но они из разных детей. Там одна пати с одной, другая с другой. Ладно, ребят, давайте я спать пошел. Я тоже спать.